Свой 24-й день рождения житель Бресенского района встречал в качестве подсудимого по уголовному делу о смертельном ДТП с тремя погибшими. Вечером 13 сентября прошлого года на повороте автодороги Калинина-Батарева-Яльчики в нетрезвом состоянии он не справился с управлением и перевернулся. В машине был его друг и дальние родственники. Все они погибли. Скорость автомобиля была не менее 130 км в час. В этой страшной аварии выжил только водитель. Водитель, которого неоднократно задерживали за рулем пьяным. В январе наш подсудимый был уже осужден и Бресенским мировым судом за административное правонарушение, за то, что сел в нетрезвом состоянии за руль автомобиля. В последующем, в феврале, он снова садится за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, где его останавливают сотрудники ГИБДД. После чего в отношении его возбуждается уголовное дело по статье 264 прим. 1. На этой февральской видеозаписи, предоставленной следствию сотрудниками ГИБДД, молодой человек вместе с тем же другом, который позже погиб в ДТП. Оба в состоянии алкогольного опьянения пытались скрыться от экипажа, а потом свалить вину друг на друга. Это было второе предупреждение судьбы, к которому сельчанин тоже не прислушался. А на третий раз произошла авария с тремя погибшими. Признать виновным в совершении преступлений предусмотрено статьями 264 прим. 1, 264 прим. 1, пунктом А части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 1 месяц с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств на срок 3 года. В качестве компенсации пострадавшей стороне местному жителю предстоит выплатить 1,5 млн рублей. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Родственники погибших, проходя мимо, осыпали его проклятиями. Приговор еще не вступил в законную силу.